Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Макар Новиков, и я очень счастлив поделиться с вами потрясающей новостью. Дело в том, что с 6 по 12 апреля в Ярославле пройдет джазовый фестиваль, который называется «Джаз над Волгой», и я очень рад принять в нем участие. Большое спасибо организаторам за приглашение. В этом фестивале будут выступать потрясающие музыканты, такие как Саша Сипягин, Игорь Бутман, Иван Фармаковский, Саша Маршин, Евгений Побожий, Сергей Головня, Алина Нгибарян, Антон Чекуров и многие-многие другие. Поэтому я вас просто приглашаю и настоятельно рекомендую посетить это мероприятие, потому что это будет действительно очень здорово. Приходите, до встречи!